Красноярский городской суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Сизых при секретарии Кименко с участием Назаровского межрайонного прокурора Беспалова, представителя административного истца Красноярского регионального краевого отделения политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Коголовской, представителя административного ответчика территориальной избирательной комиссии города Назарова Шаланковой, представители заинтересованного лица регионального отделения в Красноярском крае политической партии Российской экологической партии «Зеленые» Стрельникова и Милованцева, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску избирательного объединения Красноярского регионального краевого отделения политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации территориальной избирательной комиссии города Назарова об оспаривании решения о заверении общетерриториального списка кандидатов в депутаты, руководствуясь статьями 175-180, 290 КАС РФ, суд решил в удовлетворении административного искового требования избирательного объединения Красноярского регионального краевого отделения политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации территориальной избирательной комиссии города Назарова Красноярского края об оспаривании решения 24 июля 2022 года о заверении общетерриториального списка кандидатов в депутаты отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в краевой суд через Назаровский городской суд Красноярского края в течение 5 дней со дня оглашения резолютивной части решения.